Онлайн-видео сейчас в интернете является одним из самых быстрорастущих медиа. Рост не замедляется. Мы в этом году планируем продолжить до 56% роста. Онлайн-видео – это совершенно самостоятельная медиа, которая сейчас фактически охватила всех интернет-пользователей. Аудитория онлайн-видео фактически равна аудитории интернета. Это приводит к тому, что сейчас рекламодатели рассматривают наш сегмент уже как совершенно нечто самостоятельное. И прежде всего это привлекает, конечно, тех рекламодателей, которые привыкли размещаться на телевидении. Это приводит к тому, что в онлайн-видео появляются совершенно новые жанры, новые креаторы, и эти люди создают совершенно новый контент. По сути, то, что мы сейчас наблюдаем, это революция медиа для создания альтернативы телевидению.